Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас парфюмерное видео. Мы будем с вами обозревать очень интересный парфюмерный бренд Uso Creation. Итак, поехали. Вот такая огромная тяжелая посылка пришла с сайта usoshop.ru. Здесь очень много парфюмерии, у них несколько линеек. Сейчас будем разбирать с вами все по порядку. Промокод нам любезно предоставил продавец, все обязательно пропишу, обо всем расскажу. Пока вскрываю посылочку, расскажу вам, что это вообще такое. Это парфюмерия, которая была изначально запущена, создана, да, в Стамбуле турецкими парфюмерами. Это аналоговая парфюмерия, и в ее составе 15-20% масла. Вообще очень интересно. Я у девчонок в Телеграм спрашивала, интересно ли им будет обзор на этот бренд получить. Для меня он совершенно незнакомый, а он, оказывается, продается и на Wildberries, и, оказывается, девочки мои и знакомы даже с этим брендом, да, и тестировали, и пока все, что я слышала, отзывы очень положительные, поэтому, конечно, да, конечно, будем смотреть, запаковано так добротно. Насколько я знаю, у них в Москве или Подмосковье тоже есть производство, поэтому посылка пришла довольно быстро. Вот так здесь все упаковано, сверху накладная. У нас здесь с вами представлены три линейки. Это люксовая. Usoshop.ru – это интернет-магазин, как бы я вам ссылку тоже оставлю. Здесь у нас люксовая линейка представлена, линейка NFS, да, где уже у нас с вами в названии есть название оригинала, да, и номерная парфюмерия, мужская и женская, все сейчас будем с вами потихоньку разбирать. А еще у них есть классные диффузоры для дома, тоже заказала, тоже сейчас посмотрим. Сырье для парфюма закупается во Франции, и линейка Uso Lux, она уже не аналоговая, это собственное производство. Вот, кстати, первая она мне попалась, все как бы хорошо упаковано. Я видела уже обзор на люксовую парфюмерию этого бренда, и мне очень понравилось оформление. У нас с вами слюда, штрих-код, как всегда, сертификаты все есть. Они на сайте предоставлены, да, кто не знаком, кому интересно. Наклеечка вот такая, очень интересная, красивая коробочка. Люксовая парфюмерия у них, не сказать, что бюджетная, не 300, не 600 рублей, как бы, да, как НФС можно приобрести. Она уже порядка несколько тысяч, но и недорогая, никак не, да. И некоторые находят сравнение тоже с какими-то дорогими парфюмами. У меня пиони фрукти. Почему взяла именно это? Потому что я обожаю аромат пиона. Посмотрим. Здесь у нас с вами 50 мл. Сзади написано Made in Turkey. Да, Турция, Made in Turkey. Не тестируется на животных. 36 месяцев открытая. У нас с вами так. Ингредиенты. Штрих-код, если интересно. Так, и дальше поехали. Коробочка у нас с вами выдвигается вот так. То есть здесь у нас внутри еще коробочка. Смотрите, как вот так. Вот как здорово. И открываем, а здесь черный, под черный бархат. Смотрите, как красиво. Флакончики практически все одинаковые у бренда. Да, а на этом, как бы, ну, грубо говоря, экономят, потому что, чтобы сделать бюджетным парфюм, чтобы каждый мог его себе позволить. Но, тем не менее, это все стекло, что очень приятно. Вот такая крышечка с черной вставочкой, я знаю, у них есть, а есть без черной вставочки, по-моему, старая версия. Коробка обалденная, на подарок кому-то очень презентабельно. И здесь еще открыточка есть. Смотрите, здесь у нас, по-моему, с вами должны быть ноты в описании. Конвертик черный, ну, очень презентабельно, знаете, приятно трогать, приятно. Так, у нас здесь с вами композиция, да, у нас здесь с вами описана композиция. Так, первая нота у нас бергамот, личи, пич, что такое пич? Так, дальше средний жасмин, пион, оранжевое что-то. И база у нас с вами Woody Notes. Что это? Moss and Musk. Так, давайте тестировать. Уже не терпится. Такой флакончик. Класс. Я тестирую всегда на себе. Я не буду брать эти полосочки на себе, потому что мне интересно, как звучит аромат на мне. Ой, какой цветочный. Ой, какой он классный. Первоначальные ноты какие-то вот слишком приторными мне показались, а потом прям сразу они уходят, и ах, какой он классный. Стойкость заявляет производитель до 48 часов, что очень интересно. Будем обязательно все с вами тестировать. Сейчас у нас пока с вами момент распаковки. Мы протестируем люкс, покажу диффузоры для дома, а на NFS и номерной сделаем отдельный обзор. Я поношу каждый аромат, я расскажу. Я заказала те ароматы, оригинал которых у меня есть некоторые, да, чтобы мы с вами сравнили. Ах, он крутой. Здесь какие-то пудровые нотки чувствую. Он очень крутецкий, он такой многогранный, я даже не могу сказать, что здесь и фрукты, и цветочки, и пион я здесь чувствую отчетливо, но он не такой, не с горчинкой какой-то пион, он классный, нежный, суперский. И вроде и свежий аромат, и цветочный, и зеленушечку тут чувствую. Пока отторгающих нот никаких не чувствую, еще на запястье нанесу. Буду сегодня носить исключительно этот аромат и тестировать его на стойкость и на момент раскрытия. Вот первоначальные нотки здесь есть какой-то
Что здесь есть, девчонки? Я не знаю, вот что это, что передает. Личи, мне кажется, это личи. Но он быстро уходит. Вот он мне не очень нравится, но он быстро уходит, буквально через 30 секунд, и остается вот какой-то кайф. Ой, как вкусненько, слушайте, здорово. Все, я ношу сегодня этот аромат на коже, на одежде, на волосах. Класс. Что заметила? Что заметила, о чем прочитала? Здесь у всех флакончиков, у всех парфюмов распылитель очень деликатный. То есть он выдает легкое облачко парфюма. Прям легкое. Совсем-совсем мелкодисперсное. И он регулируется. То есть, если вы нажмете до конца, облако будет большим. Если вы чуть к нему прикоснетесь, будет минимальное облачко. Если там до середины, как я сейчас в данном случае, да, то среднее такое. Вот это очень интересно, это очень здорово. Очень достойный аромат. Прям вот достойный, необычный. Не могу ни с чем сравнить. Возможно, он похож на какой-то люкс, но у меня его такого люкса не было. Я не знаю. Но он крутой. Он крутой, многогранный. И очень интересно. Мне не нравится только вот эта первоначальная нота, походу это личи, я так полагаю. А все остальное, дальше раскрытие, вот на данный момент вообще кайф, слушайте. Очень презентабельно, очень красиво, нравится. Так, поехали дальше. Достаю с вами всю пленку, по порядку все показываю. Так, это у нас номерная пошла, парфюмерия. Я потом буду по номерам вам смотреть и расскажу обязательно, что у нас с вами. Я заказала Burberry Weekend. Я заказала Кристиан Диор Жадор, потому что у меня есть оригинал, будем с вами сравнивать. Я заказала так мужскую туалетную водичку мужа любимую. Так, как у Диджой, да, которую мы постоянно с ним заказываем. Еще одну туалетную водичку заказала, здесь не написано, потом посмотрим. Диффузор, вот диффузор, давайте с ним начнем. Вот мужские туалетные водички. Так, это у нас с вами М18, написан номер. А вот аналог чего этот парфюм? Будем с вами смотреть тогда на сайте. На сайте есть карта парфюмерная. Там очень-очень много парфюмерии. Я долго-долго прям выбирала. Аналог чего вот эта мужская вода? Я не знаю. Их у меня две. Одна точно Aqua di Gio. Так, а мужские водички по 100 мл. Кстати, часто очень именно на объем 100 мл бывает скидка на сайте. То есть, вот, допустим, смотрите, мужская вода 100 мл. Так, где она у нас? Вот она, 1290. А женская 50, 1890. То есть надо смотреть. Иногда 100 миллилитров гораздо дешевле, чем 50, а иногда наоборот. Периодически на какие-то парфюмы бывают скидки. Момент этот надо отслеживать, да, если хотите какой-то любимчик. Так, дальше еще у нас что с вами из этой же линейки? Третий номер, женская водичка у меня. Третий, 16-й. Смотрите, они такие тяжелые, потому что флакончики стеклянные. Третий, 16-й, 91-й. Это у нас с вами что? Так, третий Burberry Weekend, 16-й Жадор у нас с вами. И 91-й. Сейчас мы его найдем, девчонки. 91-й. Это у нас Carolina Herrera Sexy 212. Я не тестила этот парфюм, но мне очень хочется. Так, дальше. Дальше у нас с вами линейка Enfies. Такие вот флакончики. И, кстати, еще по ссылке, по промокоду 25 мл парфюма в подарок будет. Так, конфеты у нас выглядят флакончики вот так. Смотрите, как красиво. Они у нас с вами уже помечены, пронумерованы латинскими, римскими цифрами, да? Так, что у нас здесь? Вот так. Вот. У нас здесь с вами десяточка, 16 и 17. Так, парфюмерная вода Энфес. На самих флакончиках нет пометки. Будем смотреть здесь. Так, десятый. Это Байреда Балу Африки. Я обожаю этот аромат. У меня очень любит его сестра в оригинале. Я буду его тестировать. Я дам его ей. У нее есть оригинал. У меня тоже был оригинал, пробник. Но я все это передала сестре, потому что она любит очень аромат. Отвезла аромабокс Байреда ей. Так, дальше у нас с вами Байреда. Потом у нас с вами автопарфюм должен быть Байреда. Я тоже ей взяла в подарок машину. Вот как выглядит автопарфюм. Давайте с вами посмотрим, как он выглядит. Вот такой, смотрите, тоже в стекле. Очень классненький. Здесь написано NFS 58. Это у нас с вами вроде как дерево, девчонки. У нас с вами заглушечка оттуда достается, да? И вешаем в машину. Это я подарю сестре. Она очень любит этот аромат. Специально Балвафрики. То есть свой любимый аромат можно взять автопарфюмом, да? Так, мы с вами нашли Бал в Африке. Это у нас десяточка. Потом у нас с вами NFS номер 16. Это Вертус Наркосис. Наркосис. Не пробовала. Интересно. И NFS 27 номер. У нас с вами Tiffany and Love for her Tiffany. Тоже мне было очень интересно потестить этот аромат. Поэтому, да. Так, вот, значит, три парфюма NFS. Поехали дальше. Дальше у нас с вами еще есть очень классная линейка. Это спреи.
Они вот так красиво выглядят. Это спрей для тела. Мне кажется, их можно для постельного белья, для всего чего угодно. Здесь целых 175 мл. Есть приличный выбор ароматов. У нас с вами спрей для тела Beach Breeze. Здесь у нас, наверное, и фруктики, и какая-то свежесть должна быть. Я вам не буду никакие ноты засчитывать. Это никому не интересно, потому что вы это сами все можете прочитать. Он тоже приходит в слюде. Такую коробку подарить тоже, кстати, очень приятно. По цене, я вас ориентирую, 790 рублей стоит. Но это без учета всех скидок просто. Смотрите, у нас внутри есть... Из коробки пахнет уже. Боже, как вкусно. Манго свой любимый чувствую. А, у нас, по-моему, представлено шестью вкусами, шестью ароматами, да. Легко воспламеняющаяся жидкость. Это может быть плотно закрыто, удаляет солнечный свет. Ну, в общем, это все как понятно, предупреждение. Так, 175 мл. Он у нас с вами большой. Ой, какой красивый. Смотрите, какой. Это уже пластик у нас с вами, естественно, спрей для тела. Вот такой вот он красивый. Давайте его потестируем. Откроется он с вами? Слушай, он не открывается у меня. Или он так плотно закрыт, или он у нас с вами такой вот одноразовый. Тестируем на кожу. Он еще, по-моему, обладает какими-то ухаживающими свойствами, если я не ошибаюсь. Это крутая фруктово-тропическая действительно история. Ой, прям мультифруктовый сок, но с нотками какого-то такого океанического действительно парфюма. Вот легкий такой бриз есть, акватическая какая-то нотка. Ой, какой кайф, девочки. И он тоже по-любому будет стойкий, это чувствуется. Вот это чувствуется реально, что это не просто вода фруктовая, напшикался, и ты ее через полчаса не... Нет, будет стойко однозначно. Я вам по стойкости обязательно в следующих видео расскажу, но это кайф. Это кайф, это фрукты, фрукты, окружить себя облачком вот таких вот свеженьких фруктов. Вроде они все сладкие, я чувствую здесь манго, четко чувствую апельсин, даже отголоски каких-то экзотических фруктов. Кокосика нет, кокосовая вода, она там отдельная. Вот эти вот акватические нотки, спрей обалденный. Класс, прям приятно удивлена. Так, и дальше у нас с вами два аромадиффузора. Они вот такие. Тоже безумно красиво на подарок. Давайте с вами скорее их вскрывать. Так. Посмотрите, как презентабельно, да? Так, диффузор у нас с вами. У меня Green Tea Peony 150 мл. И White Jasmine 150 мл. Так, Турция. Так, по цене 1890, без каких-либо скидок тоже. Так, давайте открывать. Здесь тоже у нас коробка с вами опечатана. Видите, опечатана, чтобы ее никто не вскрывал. Открываем ее, выдвигается. У нас тут тоже, наверное, да, все вот так выдвигает. Как это красиво. Это вот прям на кухню. Это на мою новую кухню. Как же это красиво, девочки. Так, достаем все. Смотрите, у нас здесь с вами вороночка. У нас здесь с вами палочки с вот такими цветочками. Боже, как это красиво. Так, у нас здесь с вами вазочка из стекла, которую вы можете потом использовать бесконечное количество раз. Беленькая, красивая. Усы диффузор написано. Из толстого такого стекла. Класс. И вот, собственно говоря, сам аромат. Здесь у нас с вами белый жасмин. White Jasmine. Давайте скорее его перельем. Это действительно жасмин. Ой, как здорово. И он такой натуральный. Такое ощущение, что там прям маслица. Такое, не сказать, что прям масло масляное, но масло здесь есть однозначно. Как это круто. Я переливаю в вазу всю эту бутылочку. Как же это будет красиво смотреться. Помимо того, что аромат будет наполнять всю квартиру, еще и такая красота. Слушайте, вообще здорово. Все. Всю бутылочку перелила, ее здесь где-то вот так вот в вазочке. Какой кайф, боже, вообще. Так, теперь сейчас распакую палочки, цветочки, соберу их и вам покажу конечный результат. А нет, хочется показать еще до конечного. Такое ощущение, что они сделаны не из бумаги, а такое вот тонкое-тонкое нарезанное дерево. Очень интересно, да? Но это не бумага. Материал очень интересный. Такие вот они шуршащие, да, и здесь есть отверстие под палочку. Смотрите. Щпок. Красота. Ну, девчонки, прелесть же. Ну, просто прелесть. Просто прелесть. А мне знаете, чего хочется? Ну, я экспериментатор великий. А можно, в принципе, вот так поднять. А, вот, можно регулировать высоту. Вот. Все, вот так красиво. Когда они не все одной длины, а вот так. Очень здорово. Я вам обязательно сейчас покажу в интерьере. Следующий аромадиффузор. Это же зеленые, наверное, цветочки. Посмотрим. Доставайся, наш хороший. Мы тебя не распечатали. Доставайся. Ты же у нас прификсирован. Цветочки везде белые. Это просто на коробочке для различия. Тот же самый набор. Все с вами достаем. Тут все вот так хорошо, добротно упаковано.
Такая же вазочка, да, абсолютно такая же. Прелесть какая. Это Green Tea пиони у нас. Так, открываем. Мой любимый аромат свежескошенной травы. Пион, какие-то фрукты сочные. И зелень, да, вот это вот. Боже, посмотрите, какого он цвета. Он такой вот, видите, зеленоватый. Вот-вот, такой как, даже не зеленоватый. Морской волны, насыщенный бриз. Ой, как он вкусно пахнет. Хочется выпить, честно. Его хочется выпить, попробовать на вкус. Вот прям вот этот аромат. Какие-то фрукты и так сочно играют. И вот этот мой аромат любимой скошенной травы, свежескошенной травы, он просто обалденный. Класс. Собираем. Вот и вторая прелесть готова. Я, наверное, вот этот все-таки аромат оставлю на кухне. Потому что он просто балдежный. Жасмин поставлю девочкам в детскую. Просто балдежный. Посмотрим, интересно, палочки будут и цветочки. Слушайте, а почему он подкрашен? Наверное, цветочки будут окрашиваться. Сначала палочка, потом цветочки. Нет, ну логично. Умная мысля приходит опосля, да. По коробке даже видно, что палочки будут окрашиваться, а потом цветочки. А здесь у нас с вами, ну, практически не будет окраса, может быть, какой-то минимальный для жасмин. Как здорово! Я буду обязательно в следующих видео рассказывать вам, как в использовании. Да? А сейчас пока покажу в интерьере. Вот так он шикарно смотрится в интерьере. Просто шикарно. И сейчас, когда окрасится в зеленый цвет, я вам обязательно тоже покажу. Уже начинает окрашиваться. Поднимается, да? Будет еще красивее, еще интересней. Жасминовый диффузор я поставила к девчонкам, и он уже источает невероятный аромат. Там просто Крестюша сейчас спит. Источает невероятный аромат. Просто цветочки уже сами, они пахнут, наполнились ароматом. И он нежный, он такой жасминовый, классный. Мне кажется, вот для детской это прям самый такой вот подходящий аромат. Эти палочки окрасились, цветочки пока нет. Если они окрасятся, я вам обязательно в следующем видео покажу. Аромат обалденный. Так здорово. Ну, на этом все, мои хорошие. Дальше обязательно будут ролики на линейку Infest, ролик на номерную парфюмерию. Мы с вами все посмотрим, поносим, изучим. По поводу люкса, он уже открывается совершенно другими нотами, совершенно. И тут у нас уже должна быть база, да, где-то близко. И он очень интересный. И вот здесь, по прошествии времени, он становится тяжеловат. Для меня тяжеловат на это время года. Мне кажется, вот наконец осенью я этот парфюм оставлю. А его средние ноты, да, его вот это среднее звучание, оно вот мне нравилось гораздо больше, нежели финиш. То есть сейчас, на данный момент, для жары он будет слегка тяжеловат. Но он очень интересный и многогранный просто. По спрею для тела держится и держится сочно, и держится обалденно сочно. Потрясающе. И еще на момент наличия масел я смотрела, как бы... Блогеры другие говорили, что парфюм прям масляный, да, прям масляный. Сейчас мы с вами проверим. Не то, что прям одно масло, но то есть это ощущается на руках. Да, есть легкая маслянистость, это чувствуется. Но это вообще здорово, это здорово. Парфюм на самом деле очень интересный. Здесь такая достаточно крепкая крышечка, видите? Достаточно крепкой, но тем не менее никаких нареканий. Такие симпатичные флакончики, они, мне кажется, вообще мило будут смотреться везде. Классно. Промокод, все полезные ссылки под видео, мои хорошие. Пишите, что вы пробовали от USA Creation. Очень интересно. Я знаю, многие девочки на Валберес покупают эти парфюмы. На них часто там бывают скидки. Но промокод на скидку, он действует только на официальном сайте на Валберес. То есть вы его никак не введете, да? Всех люблю, целую, всем пока-пока.